Глава администрации Кировского района Сергей Иванов встретился с жителями муниципального образования «Красненькая речка». На встрече граждане услышали отчет работы местных властей за первое полугодие текущего года и планы на следующий период. Стало известно, что теплосети в двух кварталах этого округа ждет капитальный ремонт. Ранее на этой территории проводились работы по закольцовке систем отопления. Результата удалось добиться, но незначительного. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко включил в программу социального и экономического развития стратегии 2030 эти проблемные участки. Благодаря вмешательству губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко, теплосеть включила в адресные программы на 2014, 2015, 2016 год проектные и строительно-монтажные работы по внутренним сетям этих двух кварталов, которые составляют практически половину, наверное, если не больше, территории муниципального образования. После капитального ремонта последуют поэтапные восстановительные работы – озеленение, асфальтирование, облагораживание тротуаров и придомовых территорий. Было сказано, что администрация Кировского района в вопросах благоустройства кварталов будет придерживаться стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года. Все финансируется из бюджета города.